Just like Prabhupada describes here, one can make water enter into his eye and then again come out from within the eye. Это как здесь Прабхупада описывает, что человек, например, может заставить воду войти в свой глаз и выйти из него. So people may think, oh, how wonderful, how amazing, how powerful. И люди будут думать, о, как это удивительно, как восхитительно, насколько могущественен этот человек. But what good does it do you? What can you do with this kind of power? Но что хорошего в этом? Что вы можете сделать с такого рода силой, с такого рода могуществом? Go ahead. Высшим мистическим совершенством считается Камаваса Ишта. Это тоже магия, но если удивительные эффекты, которых можно достичь с помощью пракамьи, не выходят за рамки законов природы, то камавасита позволяет нарушать эти законы, иначе говоря, творить невозможное. Безусловно, обладание этими материалистическими совершенствами йоги может принести человеку много переходящего счастья. So Srila Prabhupada describes having these kind of yoga powers, doing things which appear to be impossible normally, we feel great happiness and satisfaction that, oh, I could do such a wonderful thing. И Шрила Прабхупада здесь говорит о том, что когда человек может делать то, что выходит за рамки природы, что не является обычным для человека, дает тому, кто это может, счастье. О, я могу сделать это. Шрила Прабхупада used to say, nothing is impossible. Impossible is a word in the Fool's Dictionary. И Шрила Прабхупада говорил, что нет ничего невозможного. Слово невозможно из словаря дураков. So by yoga powers, one can actually do these kind of things. One can do what normally appears impossible. И люди, которые обладают такого рода мистическими силами, могут совершать какие-то действия, которые являются непривычными для обычных людей, кажутся невозможными. So there's some happiness in this. There's some happiness, but it's material happiness. И в этом есть своего рода счастье, но это счастье материально. This is not actually, it's not a spiritual activity. Это не духовная деятельность. Spiritual activity means in relationship to Krishna. Духовная деятельность означает то, что она имеет отношение к Кришне. Go ahead. Те, кто ослеплен блеском современного материального прогресса, по недомыслию считают, что сознание Кришны предназначено только для людей недалеких. Я забочусь о своем материальном благополучии, и потому нахожусь в гораздо лучшем положении, чем они. У меня хорошая квартира, семья и все возможности для занятий сексом. Такие люди не ведают, что в любой момент могут лишиться материального благополучия. В своем невежестве они не понимают, что реальная жизнь вечна. Временные удобства для тела не могут быть целью жизни, и только в силу их дремучего невежества блеск материального комфорта может ослепить людей. Шрила Бхактивинода Такур говорил, что прогресс материальной науки отупляет людей, так как его блеск заставляет человека забыть, кто он есть на самом деле. А это для него настоящее проклятие, поскольку человеческая форма жизни предназначена для того, чтобы очиститься от материальной скверны. Развивая материальную науку, люди только глубже и глубже увязают в материальном существовании, утрачивая свой шанс на спасение от этого бедствия. Prabhupada is warning us how people become very attached and attracted to the comforts of material life. Ишива Прабхупада здесь предостерегает нас, что люди ослепляются и очень сильно привлекаются к комфортам материальной жизни. And certainly with the material advancement, with the technology, then it gives people that impression that the life is becoming more comfortable, better. И материальный комфорт и прогресс проводят, приводят людей
производит на людей большое впечатление, и они думают, что этот комфорт это и материальный прогресс — это очень хорошо. People think if they have a, if they live in the building with the elevator, with the lift to take them up, the, instead of walking up the stairs, they take the lift up the stairs. They're thinking, this is much nicer, this is advancement. И если человек, допустим, живет в доме, где есть лифт, и ему не приходится подниматься по лестнице пешком, то он думает, о, это прогресс, это гораздо лучше. And we put air conditioning in the house to keep the house cool in the summer and the heat of the summer. We have air conditioning. И, допустим, летом он может, может установить кондиционер и думать, о, это здорово, как хорошо. So in this way we become comfortable. We think my life is very nice. I'm very very happy here. Если нам удается сделать какой-то комфорт в жизни, мы думаем, о, моя жизнь очень замечательная, и мне здесь очень хорошо. I have my home and I have my family. У меня есть дом, у меня есть семья. And we forget that this situation is temporary, and at any moment we may have to leave the body. И ну, мы забываем, что такая ситуация лишь временная, и в любой момент мы можем покинуть тело. Whatever situation we're in, even one may be a very big man, a very important man, a very wealthy man, it is all temporary. И в какой бы ситуации мы ни находились, например, человек может быть очень богатым, очень важным, но все это является временным. We may have the very expensive motor car. We spend so much money to get the latest model of the new car. Например, у кого-то очень дорогая машина, на которую он потратил очень много денег на машину последней модели. That new car can be the cause of her death. At any moment there may be the accident and you may die in the car. Но та же самая машина может быть причиной вашей смерти. Вы можете попасть в аварию и погибнете. Just recently here in India, in Calcutta, there was a very rich man. He was the son of a very rich man. His father had a very big business in Calcutta. And he was driving a racing car. Здесь недавно в Калькутте произошел случай, как один человек, очень богатый, он был сыном очень тоже очень богатого человека, который владел большими какими-то компаниями, и он вел гоночную машину. So the car he was driving was very, very expensive. It cost many, many thousands of dollars, and it was a very high-speed car, very powerful. И машина, за рулем которой он сидел, это была очень дорогая машина, стоила многие доллары, и она была очень быстрой. Очень мощная была. So he was on Sunday morning, he was driving because he thought Sunday morning, not much traffic, I can go fast in my car. И воскресное утро он думал, вот не такой большой поток машин, я могу поездить на своей машине достаточно быстро. So he was in his car and somehow it happened, there was a big truck came along the road. And he was in the car, and he went to overtake the truck, and the car overturned. И когда он ехал на своей машине, навстречу ему ехал большой грузовой трек, автомобиль, и каким-то образом он столкнулся с этой машиной и перевернулся. And the car overturned, and he was stuck in the car.
for 1 hour before he died. И машина перевернулась, и он был зажат в этой машине, сдавлен в течение 1 часа перед тем, как он умер. So he died a painful death. То есть он погиб такой очень мучительной. Inside his car, smelling the petrol of the car. В его машине пахло бензином. So this is the result of modern advancement, the advancement of modern society. И таков результат прогресса современного общества. So people forget the real purpose of life because everything seems so attractive. Люди забывают истинную цель жизни, потому что все кажется таким привлекательным. We become so attracted, we watch movies, now people have these mobile phones, and with the mobile phone you can watch the movie, all different movies can be seen, you can be watching the movies, you can pass your whole day just watching one movie after another. Сейчас смотрят фильмы, сейчас у всех есть эти телефоны, с помощью которых можно смотреть различные фильмы, и люди проводят целый день, смотря один фильм за другим. So we forget what is the goal of life. We just be, and very quickly the life is over. We lose all the time. The time is all gone, and then end of life comes. We're not ready. И таким образом мы забываем цель жизни, и жизнь проходит очень быстро, время это заканчивается, и очень быстро мы приходим к концу. We spend all our time enjoying the material world, or trying to enjoy, trying to find happiness. Мы проводим все свое время в попытке найти счастье в материальном мире, в попытке наслаждаться. We're always thinking, next time, this time I'm not very happy, but the tomorrow will be better. И каждый раз мы думаем, ну ничего, в следующий раз у меня все получится. Сейчас вот не получилось, но завтра будет лучше. And then when tomorrow comes, then we say, well, the next day will be better. И когда приходит завтра, мы думаем, ну следующий день будет лучше, чем этот. In this way we waste our whole life. The whole life is gone, and we never get anywhere. We never get real happiness. И таким образом проходит мимо вся наша жизнь, и мы так и не достигаем истинного счастья. Because there is no real happiness anywhere here in this material world. Поскольку в материальном мире нигде нет истинного счастья. The real happiness is to get out of this world, to go back to the spiritual world, to be with Krishna. Истинное счастье в том, чтобы просто за пределы этого материального мира и попасть в духовный мир, а попасть в Кришну. So people forget all of this. И люди забывают обо всем этом. Because the material energy is so attractive. Поскольку материальная энергия так привлекательна. The bright lights, the glitter. It's so attractive. We think, oh, look so nice. Яркие огни, они так очень сильно привлекают нас, и мы, смотря на них, думаем, о, как это все красиво. We're not seeing all the pain, all the sorrow, all the trouble which comes with it. Но мы не видим всю ту боль и все те страдания, которые приходят вместе с этим. Go ahead. Всю печаль, которая приходит с этим. В Харибхакти Судхадаи приводится молитва Прахлады Махараджа, великого преданного Господа, обращенная к Трисимхадеви, воплощению Господа в образе полулева, получеловека. О мой Господь, я вновь и вновь молю Тебя, Твоих лотосных стоп, укрепить меня в моем преданном служении. Я молю только о том, чтобы мое сознание Кришны стало глубже и устойчивее.
так как счастье сознания Кришны и преданного служения само по себе может принести человеку все преимущества религиозности, экономического благополучия, удовлетворения чувств и даже освобождения от материального существования. So Prahlad Maharaj is saying, just I simply want devotional service. I want Krishna consciousness. That will bring me everything. И Прохлада Махарадж просит, молится о том, что я хочу находиться в преданном служении, поскольку в сознании Кришны, поскольку это даст мне все. We are thinking economic development, sense gratification. We're thinking this is something separate from Krishna consciousness, but actually it's not. И мы думаем, что как экономическое благополучие, удовлетворение чувств — это что-то, что отделено от сознания Кришны, но на самом деле это не так. If one is Krishna conscious, if one is engaged in devotional service, he will be fully satisfied. Но тот, кто занят преданным служением, кто вовлечен в сознание Кришны, он будет полностью удовлетворен. But materialistic people who are just simply trying for economic development, sense gratification, they're never satisfied, never have enough, never peaceful. Но те люди, которые стремятся только к экономическому благополучию и удовлетворению чувств, они никогда не удовлетворены и никогда не умиротворены. Only devotee can be peaceful with Krishna consciousness. Только преданный может быть умиротворен в сознании Кришны. So Prahlad Maharaj is saying, he's telling all of us, the happiness really comes from Krishna, being in Krishna consciousness. That's where we'll find the happiness. И Прохлада Махараджа говорит нам, что истинное счастье придет нам только из сознания Кришны. Только находясь в сознании Кришны, мы будем счастливыми. Go ahead. На самом деле, чистый преданный не стремится ни к одному из этих благ, потому что счастье преданного служения в сознании Кришны настолько трансцендентно и безгранично, что любое другое счастье не идет ни в какое сравнение с ним. Говорится, что даже счастье в сознании Кришны намного превосходит целый океан счастья, которое может принести любая другая деятельность. Поэтому тому, кто сумел развить в себе даже малую толику чистого преданного служения, очень легко отказаться от счастья, приносимого религиозностью, экономическим благополучием, чувственными наслаждениями и освобождением. So Rupa Goswami is giving us evidence to show us how real happiness is actually there in Krishna consciousness. И Рупа Госвами приводит нам пример, доказательство того, как преданное служение, сознание Кришны дает нам истинное счастье. The happiness of the devotee is much, much, much far beyond the happiness of any other person, whether they're materialist or even a transcendentalist. И счастье человека, находящегося в сознании Кришны, гораздо, гораздо больше, чем счастье материалиста и даже трансценденталиста. One may be on the platform of Brahman. He may have realized himself, but there's no real happiness there. И кто-то может находиться на уровне Брахмана и осознать себя, но в этом нет истинного счастья. But a devotee in Krishna consciousness is experiencing so much pleasure, so much satisfaction, that he's not even attracted to any other kind of material enjoyment. Но преданное сознание Кришны обладает опытом большого удовлетворения и счастья, и поэтому ему даже в голову не приходит будет искать этого счастья где-то еще на материальном уровне. We see sometimes how somebody becomes a devotee and they join the Krishna consciousness movement, and then their parents try to get them back. Иногда мы видим, что кто-то приходит в движение сознания Кришны,
а его родители пытаются вернуть его в обычную жизнь обратно. They may come from a wealthy family. The father may have a business, and the father may come and he may offer money and try to tempt the devotee to come home. И, например, этот человек может быть из богатой семьи, его отец может иметь какой-то большой прибыльный бизнес и предложить, например, преданным деньги, чтобы вернуть своего ребенка домой. But the devotee is not interested. He's so, if devotee is so steady and attached to Krishna's service, he doesn't want to go back to the material life. Но если преданный привязан к служению Кришне, то он не вернется обратно к материальной жизни. He doesn't want to go back to see people meet, eating meat and drinking alcohol and gambling and having illicit sex. He doesn't want to be surrounded with that kind of thing. He wants to get away from all that. И такой человек не захочет вернуться в ту жизнь, где люди едят мясо, занимаются незаконным сексом, играют в азартные игры и принимают одурманивающие вещества. Он сторонится всего этого, он старается избегать всех этих вещей. Because the devotee is experiencing pleasure, genuine pleasure, in the service of Krishna. И преданный испытывает большое счастье, обретая опыт служения Кришне. So this happiness of Krishna consciousness, this is available for everyone. Anyone who surrenders himself to Krishna, they can experience this kind of happiness. И это счастье в сознании Кришны, оно доступно каждому. Каждый может ощутить это счастье, придя в сознание Кришны. Happiness is within all of us. It's the nature of the soul. Счастье находится внутри каждого из нас. Это природа души. But because we are identifying with the body, therefore we feel anxiety, we feel depression, we feel misery. Но поскольку мы отождествляем себя с материальным телом, то поэтому мы чувствуем разочарование, какую-то боль. We remember how previously there were devotees, sometimes they would be kidnapped by people. They would be taken away because their parents wanted them to come back home. They didn't want them to be devotees, so they would arrange people to kidnap them. И были случаи, когда преданных похищали, и их родители не хотели, чтобы они оставались в сознании Кришны, и нанимали людей, которые похищали их детей. And they would force them to eat meat. И эти родители заставляли их есть мясо. And they bring a woman, a young woman, and they tell the boy, "No, you can have sex with her now." Они приводили молодых девушек и заставляли парней заниматься с ними сексом. But the devotees, they would just reject all of these things. They would just say, "You know, I'm not interested. I don't want this." Ну, преданный просто говорил, он отказывался от всех этих вещей и говорил, я не хочу всего этого. Because they know there's no real happiness in just eating and sleeping, mating and defending. Потому что преданный знает, что в еде с совокуплении, обороне нет никакого истинного счастья. We want happiness. We have to come to the higher platform. We have to come away from the body. Если мы хотим достичь истинного счастья, то мы должны подняться на более высокий уровень, подняться над уровнем осознавания, что я есть тело. It's natural to want to be happy. Everyone wants to be happy, but we're looking for the happiness in the wrong place. И это, естественно, быть для человека счастливым, это природа, но мы, это наша природа, но мы ищем счастье не в том месте. So we have to understand where to find the real happiness.
поэтому мы должны понять, где же найти истинное счастье. Okay, we will stop here today. Мы сегодня здесь остановимся. We'll ask if there's any questions. Есть ли какие-то вопросы? Есть. По теме лекции. Про трансцендентальность. С одной стороны, гьяни и карми. Гьяни и йоги, мы их называем иногда трансцендентальными шримад-бхагаватами, да? И в то же время их называют и нетрансцендентальными, потому что они все равно находятся под «я хочу». Вот кто они тогда на самом деле все-таки? Харе Кришна. The question about Jnana Yogi. Sometimes they call them transcendentalists, and sometimes they call Jnana Yogas non-transcendentalists, because they always say, I want something. So who they are? Who are they really? Are they transcendentalists or non-transcendentalists? Well, they may be transcendentalists. You have to see if they have perfected their path of knowledge. Have they come to the platform of actually realizing they're not the body? Then they are transcendentalists, if they've actually understood they're not the body. И да, они могут быть трансценденталистами, если они понимают, что они не являются телами. Они вышли на этот уровень понимания. Now for a jnana yogi, their goal is liberation. И цель jnana yogis является освобождение. But their liberation is only theoretical liberation. It is not factual liberation. Но их освобождение лишь теоретическое, но не фактическое. Because they can enter into the Brahman. They can become one with the Supreme, but they cannot remain there forever. Да, они могут войти в Брахмана, они могут объединиться, стать единым с ним, но они не остаются там навечно. After some time, they will fall back to the material world. Спустя какое они упадут снова в материальный мир. So their liberation is not actual liberation. Поэтому их освобождение в действительности таковым не является. So they are transcendentalists for some time. You could say we would be better to say they are endeavoring transcendentalists, or trying to become transcendentalists. Поэтому они являются трансценденталистами лишь иногда. То есть лучше сказать, что они стремятся, пытаются быть трансценденталистами. The perfection of knowledge is described in the Bhagavad Gita. Совершенство знания описано в Бхагавад-гите. Bahunam gyanmanam ante gyanavam mam prapadyante vasudev sarvamiti sammahatma sudurlabha. After many births and deaths, one who is actually in knowledge surrenders to me, Krishna, Vasudev. Such a person is very rare. После такой в Бхагавад-гите говорится, что после многих рождений и смертей человек приходит ко мне, к Васудеве Кришне, но такой человек является, но такие люди очень редки. So somebody is transcendental, we have to examine and see, are they actually on the transcendental platform? Have they given up material activities? И поэтому человек может проверить себя, находится ли он на трансцендентном уровне, насколько он отбросил материальную деятельность. Now for a devotee gives up material activities by engaging in activities for the pleasure of Krishna. И преданный оставляет всю материальную деятельность благодаря тому, что он вовлекается в деятельность ради удовлетворения Кришны. So a devotee can work in a job, he may go to the factory, work in the office, and he can be a transcendentalist. Таким
образом преданный может ходить на работу, каждый день ходить в офис, но при этом он может быть трансценденталистом. Because he's doing it all for Krishna. Поскольку он все это делает для Кришны. But the Jnana Yogi, he cannot do like that. Но Jnana Yogi так делать не может. The Jnana Yoga process is to stop all activities. Процесс Jnana Yogi заключается в том, чтобы прекратить всю деятельность. Right. So they perform great austerities to become transcendental. Поэтому они совершают великие аскезы для того, чтобы стать трансценденталистами. They have to give up all their material activities. They have to give up all their work, all their jobs in the material world, and they have to just stop everything and do nothing and stop all activity. Они должны прекратить всю свою деятельность в материальном мире, бросить работу, прекратить абсолютно все. And then this way they become absorbed in the Brahman. They contemplate the Brahman. In this way they contemplate the Brahman. They think about the Brahman, about entering into the oneness of the Brahman. И они хотят стать едиными с Брахманом. So, are they transcendentalists? Yeah, we could respect them as transcendentalists, but you have to look and see, do they behave like a transcendent? Have they stopped all material activity? Да, они могут вести себя как трансценденталисты, но вы должны посмотреть, а действительно ли они являются трансценденталистами, отбросили ли они всю материальную деятельность. Because their process is a process of negation, to stop all activity. They think all activity, any activity is material activity, so they have to stop this. Поскольку их процесс является процессом отрицания, они видят в том, что вся деятельность является материалистичной, и поэтому они прекращают всю деятельность. In bhakti yoga, we simply dovetail everything in the service of Krishna. Но в бхакти йоге мы просто все занимаем в служении Кришне. But their process is stop, don't do anything. Но их процесс заключается в том, чтобы прекратить всю деятельность. So they're trying to become transcendentalists. Таким образом, они пытаются быть трансценденталистами. Some rare soul may actually achieve transcendental position. И некоторые очень редкие души могут достичь этого трансцендентного уровня. Okay. Можно еще в дополнение пару слов, чтобы Махарадж сказал, Гуру Махарадж сказал, вот такое настроение гьяни, йоги, оно может присутствовать среди преданных, и как его определить? If there are any gyani yogas among the devotees, and how we can recognize them? No. Gyani yogis among devotees? No. Не может быть среди преданных гьяни-йога. But the devotees cultivate knowledge. We cultivate knowledge by devotional service. Но мы, преданные, развиваем знания благодаря преданному служению. Because in the course of our devotional service, we're hearing and chanting. Потому что в процессе преданного служения мы слушаем и воспеваем. Where there is actually bhakti, then gyan and vairag, knowledge and detachment, will follow. They must also be there. И где бы ни была бхакти, гьяна и вайрагья, знания и причины всегда будут следовать за ним. Just like when we eat food, we feel relief from hunger, and we feel strength and nourishment in the body. Подобно тому, как когда мы едим, мы устраняем голод, и мы чувствуем силу и подпитку. In the same way, when we do devotional service, we will also cultivate, we must also develop more knowledge
and detachment from the world. И таким же образом, когда мы занимаемся преданным служением, таким образом мы развиваем больше знаний и больше отречения от мира. When we chant the Hare Krishna mantra, we get more realization of our spiritual identity. Когда мы повторяем Хари Кришну мантру, к нам приходит больше реализации о нашем духовном положении. We get more understanding about the nature of material existence, how it's very troublesome. И мы получаем больше знаний о материальном существовании, насколько оно связано со страданиями. So some devotees may have more knowledge than others, but it does not mean they're jnana yogis. И у некоторых преданных может быть больше знаний, чем у других, но это не значит, что они являются jnana йогами. Somebody he's a jnani. Means he knows more, he's understood more, he's read more shastra, he has more knowledge. But not that he's a jnana yogi. Возможно, кто-то нам покажется гьяни, но он просто читает больше шастр, он обладает больше знанием, он знает больше, но это не значит, что он гьяни-йоги. Is it clear? Это понятно? Спасибо. Yes, thank you. There is a question in the chat. Как понять, зачем я живу, как принять Шри Кришну целью жизни? How can I understand why do I live and how to accept Shri Krishna as the goal of my life? How to understand why I live? Yes. Uh-huh. Okay. And how to accept Krishna as the goal of my life? Uh-huh. Well, we have to understand, first of all, that we're in having a human body gives you special advantage. Прежде всего, мы должны понять, что мы находимся в человеческом теле, которое дает нам особые преимущества. The human being is different from the other forms of life. И человеческая жизнь отлична от других форм жизни. We see how human beings are intelligent to do things like they build houses and they also do farming and grow food. И мы видим, насколько человек разумен. Он строит дома, выращивает еду, занимается сельским хозяйством. Other forms of life, they're not able to do these kind of things. Другие формы жизни не способны всем этим заниматься. So human being is intelligent. But we have to understand the intelligence is not meant only for eating and sleeping. И человек очень разумен, но мы не должны думать, что этот интеллект предназначен только для еды и сна. Intelligence is given to us more than the other animals and the other species of life. И нам разума дано гораздо больше, чем другим животным или другим видам жизни. And that intelligence should be to inquire about why am I here, just like you are inquiring. What is my purpose in life? И разум нам дан для того, чтобы вопрошать, кто я, и спрашивать для того, как вы спросили, а в чем же цель моей жизни? So human life begins when we ask this kind of question. Who am I? Why am I here? И человеческая жизнь начинается с того момента, когда мы начинаем задавать вопросы, кто я и почему я здесь. And we may continue to ask more questions. We may want to know, why am I suffering? I want to be happy. Why sometimes I suffer? Why sometimes I'm not happy? И наши вопросы затем должны продолжаться. Я хочу знать, как я могу стать счастливым, почему я страдаю. Иногда я страдаю, а иногда нет. Как мне стать счастливым? I want to live forever. Why am I forced to die? Я хочу жить вечно. Почему я должен умирать?
And we have to understand everyone dies, right? For one who takes birth, death is certain. И мы должны понимать, что каждый умрет. Каждый, кто родится, умрет. So we want to ask this is the right kind of question to ask. И такого рода вопросы являются правильными вопросами. You want to go on and understand, first of all, how we're not the body, we're all spiritual souls. Вы должны продолжать задавать вопросы, чтобы понять прежде всего, что мы не являемся телами, мы все духовные души. Once we understand our identity as a spirit soul, different from the body, then we can go on to understand more. И как только мы поймем, что мы душа, а не тело, мы тогда сможем понять и гораздо больше вещи. Then we can go on to understand about Krishna and who is Krishna and what is our connection with him. И дальше мы сможем понять, кто же такой Кришна и какова наша связь с ним. So it's a process, you have to go step by step. И этот процесс вы должны пройти шаг за шагом. You want to understand this knowledge carefully, you have to go from the beginning. Если вы хотите очень четко понять это знание, вы должны начать с самого начала. You should want to hear about who we are, why we're here, and where are we going. Вы должны слушать о том, кто я, почему я здесь, почему мы здесь и куда мы идем. So we're here, we're not the body, we're here, we're spirit souls. And the spirit soul is taking birth and dying in different bodies, different forms of life. И мы духовная душа, мы не являемся этим телом. Это тело, оно рождается и умирает, рождается в различных формах тел. Taking birth and dying repeatedly is not very pleasant. И принимать рождение, умирать снова и снова не очень приятно. We should think how to get free of birth and death. И мы должны подумать о том, как освободиться от рождения и смерти. So we have to understand about Krishna and how Krishna can help us to get free of birth and death. И поэтому мы должны понять многое о Кришне, должны понять, как Кришна может помочь нам освободиться от рождения и смерти. And Krishna is the real friend, the best friend of every living entity. И Кришна — это истинный друг каждого живого существа. Krishna is the person who we have an eternal relationship with. И Кришна — это личность, с кем мы имеем вечные взаимоотношения. So we want to try to understand this knowledge, and we want to apply it, not just only hear it, but apply it, put it into practice. И мы должны пытаться понять это знание, но не просто оставлять это знанием, но также применить его, применять на практике. People come, sometimes they ask these questions and then they just go away and they never do anything. Иногда люди приходят и просто задают эти вопросы, а затем уходят и никогда ничего не делают. They never take up the process, they just simply inquire. But the purpose of inquiry is to use that knowledge, put it into practice. Они просто задают вопросы и никогда ничего не делают, но целью задавания вопросов является использование, применение этих ответов на практике. Okay. Any other question? Yes. Вопрос из чата можно я продиктую? Для чего нужны мистические способности? Как их используют в служении? Размышляя над этим вопросом, вспомнил о Ханумане. Например, тут что-то такое. Для чего нужны мистические способности? Как их используют в служении? Размышляя над этим вопросом, вспомнил о Ханумане.
Например, игры в увеличение, уменьшение со змеей во время прыжка на ланку. Можете рассказать историю о ком-нибудь еще использующем способности эти в служении? Why do we need mystic powers? How we can use them in devotional service? When I think about this question, I just remembered Hanuman, for example, when he became bigger or smaller with a snake when he jumped through across the Lanka, jumped through the ocean to the Lanka. Can you tell us a story about someone else who used these abilities in devotional service? Okay, so mystic powers are subordinate. One who is actually a devotee, who is fully in Krishna consciousness, then he is blessed with these kind of things. He's given not only knowledge and detachment, but also these kind of powers, yoga powers. И тот, кто на самом деле является преданным, он обладает, он благословлен всеми этими йогическими силами, этим могуществом. And people often used to ask Prabhupada to show mystic powers. Люди часто просили Прабхупаду показать его мистические способности. And Prabhupada would point to all these people, all the devotees, and he said, "You see all these young people sitting in front of me?" He said, "Previously they were all meat eaters and drunkards and womanizers and taking drugs, doing so many nonsense things, and now they're totally changed." И Шрила Прабхупада отвечал всем этим людям и преданным: смотрите, вы видите всех этих молодых людей. Прежде они были мясоедами, любителями женщин, теми, кто постоянно находится в интоксикации, но сейчас они полностью изменились. I said, this is my mystic power. Такова моя мистическая сила. So, sometimes people want to see some magic performance, you know, they want to see the metal spoon bend on its own, just bend, or the table float off the ground. И часто люди хотят увидеть эти магические представления, это волшебство, когда, например, ложка металлическая плавится или там стол падает на землю. So there are some people who have this kind of power, they can do this kind of thing. Да, есть люди, которые обладают такого рода могуществом, они все это могут делать. But they don't know how to use that power in Krishna consciousness. Но они не знают, как использовать все это могущество в сознании Кришны. If we see in the Bible how Lord Jesus was approached by there was a lame man, and Lord Jesus came and he told the lame man, get up and walk. Как в Библии рассказывается об Иисусе, когда он увидел неходящего, да, человека, который не ходит, он просто сказал ему, встань, иди. And there was a blind man, and Lord Jesus told him, open your eyes and see the stars. And he opened his eyes and he could see. И также там рассказывается о слепом человеке, когда Иисус подошел к нему и сказал, открой свои глаза и узри звезды. И тот открыл свои глаза и начал видеть. So if you do these kind of things, then you will attract a lot of sick people. They will come to you to cure their disease. Если вы будете делать такие вещи, то вы привлечете много больных людей, которые будут приходить к вам с целью исцеления. Just like if you can produce gold, then poor people will come to you and they want to get some gold from you. Это подобно тому, что если вы бы, например, умели производить золото, то к вам бы потянулись бедные люди, чтобы получить от вас золото. So a devotee doesn't want to waste his time with all of these materialistic kind of people.
И таким образом преданный не хочет терять свое время на вот такого рода материалистичных людей. He knows somebody is rich and somebody is poor by their karma. Он знает, что кто-то беден, а кто-то богат в соответствии со своей кармой. Somebody is very healthy and somebody is very sick and diseased. It's karma. Кто-то очень здоров, а кто-то очень болен, и это тоже карма. Why, you know, you change their karma for some, then they're not going to change their nature. Their desire, nature will still be the same. Вы измените их карму, но вы не сможете изменить их желания, их природу, они останутся прежними. So Krishna consciousness is to give something more valuable than just simply some yoga, some magic power to give them some material blessing. И сознание Кришны — это нечто более ценное, чем какие-то магические силы, которые вы можете получить как благословение. Krishna consciousness is to bring people to the spiritual platform. Сознание Кришны приводит людей на духовный уровень. To get them free from the attachment to the body. Оно освобождает их от привязанности к телу. So we're trying to do that. We're trying to give the highest thing, not just some temporary material benefit. И поэтому мы стараемся получить более высокие вещи, а не какие-то временные материальные. Временные материальные выгоды. If somebody does have some yoga powers, he's very careful about using them, because he knows you can attract the wrong kind of people. Если кто-то обладает какими-то мистическими силами, то он использует очень аккуратно, потому что он знает, что используя их, он может привлечь не тех людей. You attract people with all their material desires who come to you to get some material blessing. Благодаря этим силам вы можете привлечь людей, у которых много материальных желаний, которые будут приходить к вам за материальными благословениями. A devotee doesn't want to give material blessing. A devotee wants to give spiritual blessing. И преданный не хочет раздавать материальные благословения, он хочет давать духовные благословения. But people don't want spiritual blessings, they want material blessings. Но люди не хотят духовных благословений, они хотят материальных. So we don't waste our time with these foolish people. И мы не теряем время с этими глупцами. And we want to find some sincere people who really want to become Krishna conscious. Мы хотим найти искренних людей, которые действительно хотят стать сознающими Кришну. Okay. Any other question? Yes, another question. Махарадж, вопрос из чата. Махарадж сказал, есть разные виды счастья, материальное, религиозное и так далее. Какое определение счастья дает религия? Как оно выглядит? Чем оно отличается от трансцендентного счастья? Maharaj said that there are different kinds of happiness, material, religious, and etc. What is the definition of happiness given by religion? How does it look? How does it differ from transcendental happiness? Happiness given by religion, we describe dharma. You see, this type of dharma is related to economic development. Generally, people go to God and they pray to God, give me our daily bread. Just like in Christianity, we pray to God, give me bread. And then when we get bread, then we ask more. Give me money, give me car, give me everything else. Иногда мы идем к Богу за материальными какими-то вещами, как, например, христиан. Пожалуйста, дай мне хлеб, хлеб наш насущный. То есть вы сначала получили хлеб, потом вы молитесь о том, дай мне дом, дай мне денег, дай мне машину.
Just like you may be the mother and your child comes to you and your child says, oh, mommy, I love you. I love you so much. I love you, mommy. And then child says, mommy, give me some money. Это, например, у вас есть маленький ребенок, он к вам подходит и говорит, о, мама, я тебя так люблю, я тебя так люблю. И вот он признается вам в своей любви, а потом говорит, ну, мам, дай мне денег. So, you know, we're not very happy, that kind of love. You may have to give money to your child, but that is not real love. И вы, конечно же, не будете счастливы от такого рода любви. Вы, конечно, можете дать ему деньги, но вы будете понимать, что это не истинная любовь. Nevertheless, there is some kind of material happiness, the feeling that I am providing for my child. И это просто какое-то материальное счастье, которое заключается в понимании того, что вот я забочусь о своем ребенке. Who is actually providing? Ultimately, everything comes from God, by the grace of God. We can do nothing ourselves. Но кто действительно снабжает нас, обеспечивает нас всем? Все нам дает Господь, но мы же ничего, мы же сами ничего не делаем, все приходит от Бога. So the nature of happiness from dharma, from religion, material religion, is temporary and it's related to the body. И счастье, которое приходит от изменения дхармы, это материальное счастье, оно временно, потому что оно связано с материальным телом. What else did she want to know? What else? She wanted to know about happiness from religion. What else did she want? Вы хотите еще, Матаджи, узнать о счастье от религии? That was it, huh? Just that? Yes, yes. Oh, okay. There is no sound, but in the chat she just, questioned what is. And what was the happiness given by religion? And where is, what does it look? And how it differs from transcendental happiness. How it differs from transcendental happiness. Yeah. Okay. Transcendental happiness is in relationship to Krishna. And it's eternal. Go ahead. Трансцендентное счастье, оно связано с Кришной, оно вечно. Transcendental happiness is something which we can do again and again, and we get more and more happiness. The happiness is increasing. И трансцендентное счастье, оно приходит, когда мы делаем все больше и больше. Это счастье каждый раз все увеличивается и увеличивается. Material happiness, the pleasure is less and less, the more you do. И материальное же счастье, чем больше вы делаете, тем оно становится все меньше и меньше. Okay. Any other question? В чате кто-то вот голосом кто-то хотел задать вопрос. Матаджи. Да, это я, Хари Кришна. Слышно, да? Да, да. Хари Кришна, Харадж, примите, пожалуйста, мой поклон. Хари Кришна, дорогие преданные. У меня такой вопрос, может быть, даже какой-то личный Махараджу. Вот я уже поняла, что сама осознать, что я там не тело, а душа, я уже точно не смогу. Вот. И дойти до вот этого счастья истинного, я поняла, что тоже не смогу. И как бы практикую сознание Кришны там, 4 года. И хотела спросить у Махараджа, вот сейчас я нахожусь в таком вот, ну, как бы немного в отчаянии, что ну, как будто ничего не получается, и нужно прибежище. И хотела спросить у Махараджа про прибежище. Можно ли попробовать как-то, может быть, получить пранама-мантру? Такой вот вопрос.
Хари Кришна. У него конкретно? Да, да, да. Mm-hmm. I understood that I by myself it's difficult to me to understand that I'm not the body, that I'm soul, and it's difficult to me to understand what is the real happiness. And I'm practicing Krishna consciousness during 4 years, but it's still difficult to me to understand all the things, and I'm just looking for instructions, and I want to shelter from you, and how I can do this. Well, you've been practicing for 4 years. 4 years is not very long time. Just like if a child is 4 years old, they don't know very much. И вы практикуете 4 года, это на самом деле не очень долго, это подобно тому, как ребенку, 4-летнему ребенку, ему дается не так много знаний, у него нет много знаний. And you say you're practicing for 4 years, I don't know how much you're practicing, maybe you just visit the temple once a week, I don't know, are you a full-time devotee, every day staying in the temple, practicing like that, or just coming occasionally to the temple, that will make a difference. Вы сказали, что вы практикуете 4 года, но я не знаю, как вы практикуете, ходите ли вы. So you have to continue to chant and practice and associate with devotees, and as you go on gradually, you should be developing more and more faith and trust in the activity of devotional service. Поэтому вы должны продолжать общаться с преданными, должны продолжать заниматься своим преданным служением, и постепенно вы обретете веру и доверие в этом к преданному служению. So you've been practicing for 4 years. Maybe you want to take shelter. You're thinking about maybe the devotees in the temple are telling you you should take shelter of a spiritual master. Like that, so you can do that. Take shelter about what? Would you repeat once again, please? Yeah, you've been practicing for 4 years, so maybe the devotees are encouraging you that it will be good for you to take shelter of a spiritual master. И вы практикуете 4 года, возможно, преданные воодушевляют вас принять прибежище у духовного учителя. So what you need to do is, first of all, take part in what's called the ISKCON Disciple Course. И первое, что вы должны сделать, это принять участие в курсе ученик ISKCON. And they will, from the ISKCON Disciple Course, they will explain to you very clearly how to take shelter of a spiritual teacher. И в этом курсе очень четко объясняется, и вы поймете, как принять прибежище духовного учителя. Taking shelter of a spiritual teacher means preparing yourself that in the future you may take initiation. Принятие прибежища у духовного учителя — это значит подготовка к тому, что в будущем вы можете принять у него посвящение. Initiation means a commitment to practicing devotional service. И инициация — это значит соглашение о том, что вы обязательство практиковать преданное служение. Initiation means you identify yourself fully as a devotee and you connect yourself to the Krishna consciousness movement and to the disciplic succession. И инициация — это значит, что вы полностью понимаете, что вы осознаете, что вы преданный, что вы полностью находитесь в движении сознания Кришны и что вы связаны с ученической преемственностью. So initiation is part of the process of devotional service. It's recommended for our spiritual advancement that we do this.
И инициация является частью процесса преданного служения. Это то, что рекомендуется нам возвышенными преданными. And in order to get initiation, the first thing you have to do is take shelter. И чтобы принять инициацию, прежде всего вы должны принять прибежище. And that's done under the guidance of the temple or the other senior devotees who are guiding you and who are teaching you. И это делается под руководством какого-то старшего преданного, руководства храма, который будет вести и наставлять вас. So you have to approach the people, the local people, local devotees who you work with, and you have to discuss with them about taking shelter. И таким образом вы должны просто подойти к тем людям, с которыми вы находитесь рядом, к старшим, и обсудить вот этот вопрос принятия прибежища. And you must also, if you have not already done, you must attend the disciple course. И если вы еще не прошли курс ученик Искон, то вы должны это сделать. It will help you to understand more what taking shelter means. Это поможет вам больше понять, что значит принятие прибежища. Okay. Is it clear? Это полностью. Да, я хотела уточнить, что я прошла курс ученик Искон, ну, мне прислали, что у меня проходной балл. Я прошла бхакта-программ, у меня есть старшие преданные наставники, которые меня ведут в храме, и президент храма мне дал, ну, документы на пранама-мантру. Вот. У меня есть регулярное служение, как дома, как и воспевание, как и в храме. Вот. И... Ну, то есть я уже на таком, как бы, этапе, когда я уже немного, ну, как понимаю, момент, что мне какое-то руководство необходимо, вот. И я также Нарасимхи Махараджи, вот, на алтаре он у меня находится, и предлагаю служение ему, вот. Disciple course and the finished Bhakta program, and temple president gave me some documents for pranama mantra, and I chant my rounds at the temple and at home, and I understand a little bit what does it mean to take shelter, and I really want to someone to guide me. So situation is like this. Okay. And your footer is on the on her altar, and she just offer everything to you first of all. Okay, I understand. So then you have to keep in touch. Sometimes you have to approach me or the spiritual teachers, and you have to put questions, and you know, you want advice, you have not any problems, or sometimes you have to just keep in touch and just say what you're doing and what your situation is. И в этом случае вы тогда должны периодически как-то со мной связываться, либо с другими духовными учителями, да, что рассказывать, чем вы занимаетесь, или задавать какие-то вопросы, то есть поддерживать связь. Yeah, I want to know what service you're doing. Знать, то есть задавать вопросы о том, какое служение выполнять. Want to understand more about your situation, you know, are you working outside? Я хочу знать больше о той ситуации, в какой вы находитесь, работаете ли вы где-либо еще, и так далее. Do you have a child at home? What's your home situation? Есть ли у вас ребенок? Какая ситуация у вас дома? So, in order for somebody to, you know, if I'm supposed to help you, I need to know
about your life, about your situation, then I can understand better how to guide you. И чтобы понимать лучше, как вас вести, я должен лучше знать ту ситуацию, в которой вы находитесь. So, you know, you can give me all that information sometime. Maybe you have to send it through Tatiana. То есть иногда вы можете посылать мне, как-то переправлять всю эту информацию, можно же это делать через Татьяну, через меня. Хорошо, то есть письмо, да, можно, потому что я была у Махараджа 3 раза на даршане, ну вот 3 года подряд, вот, и он, ну как всегда, помнил меня, вот, и просто сейчас тут в скайпе невозможно увидеть, да? Через скайп. Through the skype, you mean, Гуру Махарадж? Through skype or any other media? Можно через скайп, либо с помощью, ну, через какие-то другие средства можно общаться. Через вас, да, Татьяна? То есть я вам пишу. Да, можно так. Вас разговариваю. Ага, хорошо, спасибо большое. Харе Кришна. Харе Кришна. Thank you very much. What's your name? Как вас зовут? Матаджи Лена. Матаджи Лена. Телена. Телена. Елена. Елена. А, Елена. Yes. Where are you from? Владивосток. From Владивосток. Владивосток. Okay. Yes. So you please, you send me that information. Let me know more, so I can understand who I'm speaking to. То есть, пожалуйста, пришлите мне всю информацию о себе, чтобы я мог понимать, с кем я общаюсь. Хорошо. Спасибо. Поняла. Yes, I understood. Okay, thank you. Hare Krishna. Спасибо, Hare Krishna. Thank you very much. There is some questions in the chat. Do you have time, Guru Maharaj? Yeah. Another question. Другой вопрос в чате. Кришна Бхагавадгите говорит, кто познал причину моего явления и деяний, больше не рождается в материальном мире. Как познать причину? Как это осознать? Krishna in the Bhagavad Gita said that who knows the cause of my appearance and actions is no longer born in the material world. How to know the reason, how to know this reason and how to realize it? How to know the reason why Krishna comes in this world? Well, in the verse, Lord Krishna says that his birth and his activities are divine, that they're not of the material world, they're not like our birth and like our activities. И в этом стихе Кришна говорит, что его рождение и деяния, они не материальны, они божественны, они не похожи на ту деятельность и рождение, через которое проходим мы. So we have to hear about Krishna's birth and activities regularly, and we have to become convinced about the nature of Krishna's birth and activities, how they're not of this material world. И мы должны больше читать о рождении и деятельности Кришны, чтобы быть более уверенными, убежденными в нем. And one way to realize it is when you start trying to give it to others, to convince others about this. И когда вы это поймете, когда вы это осознаете, вы тогда будете рассказывать об этом другим людям. Just like if a person becomes addicted to drugs or to alcohol. So they have a program to get people off drugs or to get them to stop drinking alcohol. Например, когда люди бросают наркотики или алкоголь, они тогда вовлекают других людей в эти программы, которые останавливают, помогают остановить эту деятельность. So they have a course which they give the drug addicts or the alcoholics, and there's 12 different stages they have to go through.
То есть у них есть специальные курсы для наркоманов и алкоголиков, и там есть различные стадии, через которые они проходят. And the last stage is the most important one. И последняя стадия является самой важной. The last stage is where they have to go and convince other people that drinking and taking drugs are not good. И последняя стадия заключается в том, что они должны идти убеждать других людей, что алкоголь и наркотики — это зло. So similarly, in Krishna consciousness, we may read the books and we hear about Krishna, his birth and his activities. И то же самое в сознании Кришны. Мы можем читать книги, в которых рассказывается о рождении Кришны и его деятельности. And when you go and start trying to explain it and teach it to others, then that's where you will get the greatest realization. И когда вы идете и рассказываете об этом другим людям, это способ получить самые великие реализации. When we actually become convinced about Krishna's birth and activities, we're so convinced that we go and take the trouble to explain it to others. И когда мы настолько уверовали в рождение Кришны, в его деяния, мы уверены в этом, убеждены в этом, тогда мы берем на себя вот этот, скажем, груз ответственности и идем рассказывать об этом другим. Okay. Another question. Yeah. Вопрос из чата. Как понять, что Кришна меня слышит, когда я к нему обращаюсь? Он сразу слышит или только тогда, когда у преданного чистое сознание? How do I know that Krishna can hear me when I speak to him? Does he hear me immediately or only when the devotee has a pure consciousness? Yes, how do we know Krishna can hear when we speak to him? We have to have that faith, we have to feel Krishna's presence, understanding Krishna's everywhere, that certainly he's a person, he can hear. And when we speak to him, he can hear. И мы должны понимать, что Кришна находится повсюду, он находится везде, и он также личность, и он может слышать, Krishna, когда мы говорим с ним. Krishna revealed his universal form to Arjuna. He showed everything there. И Кришна явил эту вселенскую форму Арджуне, он показал ему все. So Krishna's everywhere in everything, so he can hear everything. And not only here, he can see everything also. И Кришна находится повсюду, он находится во всем, и поэтому он может все слышать, и не только слышать, но и все видеть. Of course. Now sometimes when we speak to him, he will hear, but the question is, what are we saying to him? Are we saying words which are pleasing to him? Иногда, когда мы разговариваем с ним, он нас слышит, но все зависит от слов, которые мы при этом используем. Используем ли мы слова, которые будут удовлетворять Кришну? Just like people talk, they pray to God, oh, give me this, give me that, give me more, I need more, I have this problem, I have that problem. Как, например, люди иногда молятся и говорят, дай мне это, дай мне то, у меня эта проблема, эта проблема. So people come to God with so many problems, and he has to hear so many people every day with all their problems. То есть люди приходят к Богу со всеми своими проблемами, он должен это выслушивать каждый день. But the pure devotees, they will talk to God, they will not mention their problems. Но чистые преданные не раскрывают своих проблем перед Господом.
they will just praise, they will just glorify Krishna. Они просто прославляют Кришну. They will just speak about how Krishna is so attractive, so wonderful, how he's so kind. Они просто говорят ему, насколько он привлекателен, насколько он добр. So, when people speak to Krishna, we have to know how to speak, what to say. И поэтому, когда мы говорим с Кришной, мы должны понимать, а как говорить, что говорить. You know, if you come before a great personality, are you going to ask them for something very small and insignificant, or will you ask them for something more? Because you know they're very great, they have a lot of power, they can give. So why will we ask them for something small? We should ask for the greatest thing. Например, когда вы предстаете перед какой-то очень великой личностью, разве вы просите его о чем-то таком маленьком и незначительном? Нет, вы просите его о каких-то великих вещах, потому что вы знаете, насколько он сам могущественен и велик. So what is the greatest thing to ask? Should we ask for something which is material, which is limited and temporary, or should we want something which is eternal? И что же является этой великой вещью? Этим великим вопросом, должны ли мы спрашивать о чем-то ограниченном, о чем-то временном? Нет, мы должны спрашивать о каких-то вещах, которые, о вечных вещах. The Lord can give us something which is eternal, which is more valuable than anything material. И Господь дает нам нечто вечное, что гораздо более ценно, чем все материальное. So we pray to Krishna, the devotee likes to pray to Krishna, please engage me in your service. Please give me devotional service. И поэтому преданные молятся Кришне, пожалуйста, займи меня в преданном служении, займи меня в служении тебе. Because the pleasure of devotional service is more than anything else. Поскольку счастье от преданного служения гораздо больше, чем что-либо еще. So when we ask for something material, the Lord will consider, is this actually good for us? Is this going to help us? И когда мы просим Господа о чем-то материальном, то Он решает, а действительно ли это будет хорошо для нас, поможет ли это нам. Just like if you have a child and your child comes to you and said, give me poison, I want to drink poison. Например, если бы у вас был ребенок, он бы подошел к вам и попросил бы, дай мне, пожалуйста, яду, выпить очень хочется яду. Yeah, you may have a daughter. And your daughter comes home and says, "Mom, give me poison. I'm going to drink poison. I want to kill myself." Например, ваша дочь приходит домой и говорит: "Мама, дай мне, пожалуйста, яду. Я хочу убить себя. Я хочу выпить яд." I had such a bad day. Everybody was so horrible with me. I just want to kill myself. Give me poison. У меня был такой ужасный день, и все вели себя со мной ужасно, я просто хочу убить себя, дай мне яд. And so you'll tell your child, oh, I'm sorry, I don't have any poison today. И вы просто говорите своему ребенку, ой, извини, у меня сегодня с собой яда вообще никакого нет. You have to wait. Can't kill yourself today. Подожди, пожалуйста, сегодня не получится убить себя, да. So same way Krishna hears our requests, we come to God, we talk to Him, we tell Him different things. He will consider what we're asking, what we're saying, if it's actually good for us. И таким же подобным образом мы приходим к Кришне, просим Его о чем-то, и Господь решает, а действительно ли это будет хорошо для нас. We have to learn how to talk to Krishna, what to ask for. Мы должны учиться разговаривать с Кришной, должны учиться тому, о чем его можно просить. We should pray Govinda Madhi Purusham Tamaham Bhajami
Just like Lord Brahma prays, Govindam Adipursham Tamaham Bhajami. I worship Govinda, the primeval Lord. И мы должны молиться Господу так же, как это делал Господь Брама. Говиндам Адипуршам Тамахам Баджами. Я приношу поклоны моему Господу. And Lord Chaitanya praised, I just want devotional service, birth after birth. Господь Чайтанья молился, я лишь прошу о преданном служении, рождение за рождением. That's the highest thing to ask for. И это высшие вещи, о которых мы просим. And when Krishna hears you ask for that, then Krishna will give immediately. He can make arrangements immediately. И когда Кришна слышит то, о чем вы просите об этом, то он немедленно все эти вещи притворяет в жизнь, немедленно отвечает. But you ask for material things. He knows this is not going to make you happy. This is just going to give you trouble. Но когда вы просите о каких-то материальных вещах, он знает, что они не сделают вас счастливыми и приведут лишь к каким-то страданиям, проблемам. I want my boyfriend back. The boyfriend comes back and makes your life more miserable. Я хочу, чтобы мой парень вернулся ко мне обратно, но когда он возвращается, вы становитесь еще более несчастным. Every day arguing, fighting with him. Каждый день спорите, сражаетесь с ним. And he has so many other girlfriends, not just you. He's not just got one woman, he's got many women. И, допустим, у него не только вы есть, но еще множество других женщин. So you ask for it, you wanted that, you're asking to get the man back, but you're getting all the problems. И когда вы просите вернуть вам этого мужчину, вы получаете вместе с ним все эти проблемы. So Krishna thinks, why I should give them so much trouble? И Кришна думает, а зачем мне давать человеку так много проблем? So he does not immediately give. Поэтому он не дает сразу. But if you ask for something which is real, something which is very good for you, then he can give. Но если вы просите о чем-то истинном, о том, о чем стоит просить, о чем-то великом, то тогда он дает. Okay. Any other question? Есть ли еще вопросы? Hare Krishna, да, Гуру Махарадж. Да, вот. Хотела бы уточнить про чтение книг. Сейчас старшие преданные, не знаю почему, но стали говорить, что можно читать книги без комментариев Шрилы Прабхупады. Вдохновлять новичков на чтение просто так, прочитая залпом всю Шримад-Бхагаватам, читая Чаритамриту. Как-то это вводит в какое-то заблуждение. Вот пусть Махарадж разъяснит, можно ли так говорить. Шрила Прабхупада говорил всегда читать комментарии, даже заучивать их наизусть. Но вот от старших такое есть. Спасибо. About reading the books, some senior devotees say that we can read the books without the comments of Srila Prabhupada, just to inspire new people to read Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, all the verses without any comments. But as Srila Prabhupada said himself, that we should read his comments, even learn it by heart. So how we can understand this senior devotees, and why do we say like this? Uh-huh. Okay, so sometimes maybe you have some new people coming to Krishna consciousness and you want to introduce them to Bhagavad Gita. Иногда у вас есть какие-то люди, вы хотите их посвятить в сознание Кришны и представить им Бхагавад Гиту. So we may read the verses, there may not be so much opportunity to go through all the purports. You may just simply read the verses.
и мы можем просто прочитать стихи, возможно, у нас нету там слишком много возможностей погружаться в комментарии. But then when we explain the verses, then we will use Srila Prabhupada's explanation. Но когда мы объясняем эти стихи, мы используем объяснение Шрилы Прабхупады. People in the beginning, they're put off, they see the Bhagavad Gita, they think, oh, it's so big, oh, so many words, so many things I cannot understand. И когда люди первый раз видят Бхагавад-гиту, они, скажем так, приходят в некий конфуз, они видят, о Боже, это какая-то большая книга, так много вещей, я не смогу все это понять. They don't want to take the trouble to read such a big book. Они не хотят заморачиваться чтением такой большой книги. And so we introduce the book, we just start reading the verses. And when people hear the verses, then they think, oh, this is very interesting. They want to know more. И в такой ситуации мы тогда просто начинаем читать стихи, когда люди слушают просто стихи, они думают, как интересно. So then we introduce мы хотим знать об этом больше. When they want to know more, then we introduce them to Prabhupada's purports. И когда они хотят знать больше, то тогда мы представляем им комментарии Шрилы Прабхупады. Yeah, definitely, Prabhupada's purports are very, very important. И на самом деле комментарии Шрилы Прабхупады очень, очень важны. But we have to develop a person's interest to hear Prabhupada's purport. И мы должны развить в людях интерес слушать комментарии Шрилы Прабхупады. In the beginning, people may not have that interest to hear Prabhupada's purport. И в самом начале у людей может не быть интереса слушать комментарии Шрилы Прабхупады. But by hearing the verse, then they want to understand more. Но просто слушая стих, они в этом случае могут захотеть понять больше. Some verses are very difficult to understand. Некоторые стихи очень трудно понять. What is night for all beings is the time of awakening for the self-realized. And what is night for the introspective sage is the time of awakening for all beings. You know, things like this, verses like that, very difficult to understand for ordinary people. Например, для обычных людей очень трудно понять такие стихи, например, как этот «Все, что является для осознавшей себя души днем, ночью для обычного человека является днем, и то, что является ночью для обычной души, это является временем бодрствования для осознавшего себя человека». Or one who sees action in inaction, and inaction in action. Things like this, very difficult to understand. Или, например, как тот, кто видит действие без действия, а бездействие в действии. Такого рода стихи тоже очень сложно понять. So we need Prabhupada's purports to help us to understand this. И чтобы их помощь, чтобы понять это, нам нужны комментарии Шрилы Прабхупады. People have to learn to, you have to cultivate their faith in Srila Prabhupada. In the beginning, they may only have interest in Krishna and in Bhagavad Gita. They don't know about Prabhupada. So you have to bring them gradually to understand the importance of Prabhupada and hearing from Prabhupada. И таким образом вы должны постепенно дать людям слушание комментариев Шрилы Прабхупады. Но сначала люди хотят слушать Бхагавад-гиту, хотят слушать только Кришне, поэтому вы через чтение стихов должны дать им вкус к слушанию комментариев Шрилы Прабхупады. Матридж said that these senior devotees recommend to read Srimad Bhagavatam without any comments during 7 days. Is that a good advice? Well, I don't want to go against senior devotees. If they may have some plan like that. They may have some plan that for 7 days they will read like that. But the idea is,
that after 7 days, then you want to read the purports, you want to understand more, because there will be so many things they did not understand. И Матаджи спрашивает, именно советую читать без комментариев, например, за 7 дней. Можно ли так советовать? Шрила Прабхупада, Гуру Махарадж говорит, что я не собираюсь идти против рекомендаций старших преданных, но смысл в том, чтобы по прошествии этих 7 дней люди захотели узнать больше, захотели читать комментарии. Usually when devotee does a Bhagavad Sapta, they will take one topic from the Bhagavatam. They won't try to cover the whole Bhagavatam. И, например, когда преданные делают Бхагавад-сапту, они берут какую-то его тему, тему из Бхагавата, и читают именно ее, у кого-то включен микрофон, дорогие преданные, читают именно ее, и они, то есть, не хотят прочитывать весь Бхагавату. However, you may not have the experienced preacher, somebody there who is willing to give the classes for 7 days on one topic. Would you repeat once again? There may not be the experienced devotee there available to give the class. Допустим, может не быть каких-то, может не быть преданных, у которых будет достаточно опыта, чтобы давать такого рода лекции. But somebody is desiring to read the whole Srimad Bhagavatam. Но у кого-то может быть желание прочитать весь Шримад Бхагаватам. So they're going to sit for 7 days and read the Bhagavatam. Таким образом, они идут и за 7 дней читают этот Шримад Бхагаватам. Doesn't mean they're going to understand it. Это не значит, что они поймут его. They want to understand it, then they have to read Prabhupada's purports. Если они захотят его понять, они должны будут прочитать комментарии Шрилы Прабхупады. But still, they get some contact with Srimad Bhagavatam, and that contact will help them to have more taste for reading Prabhupada's purports. Но все же у них появится вкус общения со Шримад Бхагаватам, который позволит им прийти вкус к прочтению комментариев Шрилы Прабхупады. We don't want to criticize people, you know. If people are trying different ways, different approaches to try to introduce Krishna consciousness. So, you know, just we know ourselves, we have our own thinking that, of course, we would like to read Srimad Bhagavatam with Prabhupada's purports. It's certainly better for us. But some other people may feel that there's not enough time, that I've read all the purports, it would take a year. Let me just read the, I want to read in 7 days the whole Bhagavatam. И мы не собираемся критиковать других преданных. У каждого есть свое мнение, свое видение о том, как читать Шримад Бхагаватам. Конечно, в отношении самих себя мы знаем, что однозначно читать книги Прабхупады лучше читать Шримад Бхагаватам с комментариями Шрилы Прабхупады. Но если люди, допустим, считают, что у них нет времени или еще что-то, то они им лучше прочитать Шримад Бхагаватам за 7 дней. If it's able to create more interest in hearing Shrimad Bhagavatam, then it's okay. Если это поможет создать больший интерес к слушанию Шримад Бхагаватам, тогда это нормально. But our own daily program is going to go on, taking one verse at a time every day, and going through one verse and explaining it and discussing it. That is how we understand Srimad Bhagavatam in ISKCON. И наш путь в ИСКОН, с помощью которого мы читаем Шримад Бхагаватам, это каждый день читать по одному стиху, разбирать его, осмысливать его, обсуждать его. But you may be able to get people to purchase sets of Bhagavatams by doing things like this. Но делая такие вещи, например, вы можете вдохновлять людей покупать целые комплекты Шримад Бхагаватам.
people purchase a whole set of Srimad Bhagavatam, then they have all of Prabhupada's purports. И если люди покупают весь комплект книг Шримад Бхагаватам, тогда у них, соответственно, появляются все комментарии Шрилы Прабхупады. And they can read them on their own. И они могут прочитать их самостоятельно. Devotees are trying different ways. They're thinking ways to attract people, to interest people in hearing. So, you know, let them try these different things. Преданные пытаются найти различные пути, чтобы заинтересовать людей в сознании Кришны. Позвольте им сделать эти попытки. Okay. Any other question? Есть ли еще вопросы? Хари Кришна, можно спросить? Да. Спасибо. Ваше святейшество. Есть... Кажется, это снова заветно. Не суди, да не судим будешь. Имею ли мы право пытаться оценивать наших преданных, как они проповедуют, чистые они или нечистые? Насколько это вообще необходимо делать? Может быть, это просто опасно. Я просто очень часто слышу вот эти вещи, там, косвенная, не косвенная проповедь, еще какая-то. Может быть, мне, допустим, больше думать о своей духовной практике, чем пытаться анализировать проповедь и там какое-то служение от старших преданных. We often just criticize the preaching of the senior devotees, but I've heard that they say that don't judge so you won't be judged. Sometimes we don't understand their motives or their ideas, so can we just criticize them or for their indirect preaching or something like this? Well, it's better not to criticize anybody. See the faults in ourselves. Don't criticize others. И лучше не критиковать других людей, лучше видеть недостатки в самих себе. You know, we're not in the position to be the authority of other people and to find out, to point the finger and complain about them. It's not good. И мы не являемся какими-то авторитетами, которые возвышаются над другими людьми, и не имеем права как-то их судить. Это не очень хорошо. But you know yourself what is the proper standards. So you follow the proper standards. You be the example. Show an example. И вы знаете сами себя, вы знаете правильные стандарты, поэтому берите и показывайте эти истинные стандарты. You want to teach others, teach them by your example. Если вы хотите научить других чему-то, то учите их на собственном примере. Don't just complain about others. Не жалуйтесь о том, что делают другие. That's not Vaishnava etiquette, to complain and find fault about others. Это не входит в рамки вайшнавского этикета жаловаться и искать недостатки других. But that is the job of the spiritual master. The spiritual master's responsibility is to see the faults in others. Но это работа духовного учителя. Она заключается в том, чтобы видеть недостатки других людей. He is the authority. Он авторитет. But if we're not authority, we have no right to complain or criticize others. Но если мы не являемся какими-то авторитетами, то у нас нет права критиковать и жаловаться на других. Okay. Tatyana, are you there? Yeah? Yes. Okay. So, is that the last question? Если вот эти вот мысли все равно лезут, как бы пытаешься все равно сравнить, либо то есть просто нужно их у себя так гасить, зажимать и не позволять им даже исходить из рот не открывать, то есть просто как бы
Закрыть рот и молчать, да? Так получается? But this kind of thoughts are still in my mind, and it's difficult not to compare. How to behave in this case? Just close my mouth and do not tell anything. What to do? Yes, just close your mouth and don't. Just do your service. Concentrate on your own service. Become absorbed. Get more absorbed in what you're doing for Krishna. Don't worry about other people. Да, лучше просто закрыть свой рот и сконцентрироваться на том, что лично вы делаете для Кришны, а не то, что делают для него другие. Сконцентрироваться на своем служении. I said, just try to be an example. Show the example. Я сказала о том, что просто пытайтесь быть примером для других, показывайте пример для других. Don't get involved in any politics. Don't get talking about other people, this and that, and this is good, that's not good. Just do what you're supposed to do. Не вовлекайтесь в политику, не обсуждайте других людей, что они должны делать, что не должны делать.